Около полудня на Светланской 85 произошла неожиданная встреча трех четырехколесных друзей. В итоге две машины не на ходу. На месте ДТП работает наряд дорожно-патрульной службы. Полицейские опрашивают водителей трех автомашин – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prius и Honda Fit. Раздают участникам ДТП бланки объяснительные. Пока те усиленно работают авторучками, дорожные инспекторы составляют схему автоаварии. Гибрид и внедорожник ехали с авангарда в сторону городской площади. Впереди шел Prado, за ним Prius. В противоположном направлении по левой полосе двигался иностранец на Honda Fit. Не доезжая до Владивостокского цирка, Фит внезапно выходит на полосу встречного движения и влетает в бок Prado. Уехал по своей полосе. Неожиданно Фит вылетает на встречную полосу, наверное. Пытаясь уйти от столкновения, повернул вправо, но учитывая, что он вообще не тормозил, естественно, он в меня влетел. Рулевой Фита говорит, что ему пришлось выйти на встречку. Была причина – машина, выезжающая с заправки. Вон оттуда проскочил машина, а я ехал. Бах, проскочил, а я развернул его так. И все, зацепили его. По его утверждению, что кто-то там его там якобы там мешал, но я никого не видел. Даже маневра его не пойму, он даже не тормозил. Осколки, отлетевшие от столкнувшихся машин, попали в двигающийся за Prado гибрид. Как рассказал водитель Фита, выехала машина оттуда, я так понял, заправки. Он почему-то в нее не поехал, поехал навстречку в Prado. Он ему прям в лоб летел, Prado успел среагировать, сюда ушел, я как бы за ним. Prius получил некритичные повреждения. Водитель электрички, можно сказать, стал невольным очевидцем ДТП. На место происшествия прибывает аварийный комиссар, но участники аварии не нуждаются в его услугах. Две машины не на ходу, Prado и Fit. Prius досталось меньше. С полисами ОСАГО. У виновника нету полиса, то есть он просрочен. И как теперь будет обходиться? Скорее всего, все будет решаться через суд. Либо по договоренности. Если у людей будут деньги, выплатить деньги. Выплатят. В итоге хозяин Prado настойчиво предлагает оппоненту, рулевому Фита, чтобы тот внезапно не сбежал на родину, увезти разбитую машину на свою стоянку. Обещает приглядывать за разбитым авто до решения суда.